демонстрирую подвесной мост в поселок Каменномосский. Мишица капец. Это такая красота. Смотри, какая красота. Это не рука трясется, это мозг так шевелится. Сашка, у нас сегодня массовик затейник. Поехали, в лес. В лес? Ну, почти горит. Как жопская теснина. Вот мы и доехали до водопада Урфабго. Это столица водопадов в России. Здесь самое большое количество водопадов на квадратный километр. Википедия. Ну, вход стоит 500 рублей взрослый, детский до 5 лет бесплатный. А после 5 200 рублей. Но я думаю, это стоит того. Все тут так симпатичненько, красивенько. Ну, сейчас я вам покажу, что тут есть. Мы погуляем. Речь будет прямо из этого сказана. Блин, я самый вкусный плов вот ем. Голодные люди идут. Крыму на море. Такой явно 250 стоить не будет. Горячий сказано. Ну еще шутка лет, да. Короче, там именно местные жители. Музей адыгского подворья. Ну, типа, как жили адыги, короче? Ну, пошли посмотрим. Ну, пошли. А, ты снимаешь на да. Адыги, вот, из такого казана я бы плов покупал. Вот это казан. Это не то, что это то, что то. Лешечка, ты туда как раз залезешь. Баба Яга-то, а? Ты заглянула, там у тебя голова топчет. Да. Дом. Жилище. Скромненько. Прям холодно. Холодно. Так они жили на улице, теплее было. А, ну печка. Это типа это. Это кофемолка, это мукомолка. Это вот стирали. Пойдем. Пойдем. Холодно. Кукареку. Вон, курочки. Короче, мы тут на полдня 100%. Дошли до первого водопада. Называется Шум. Такая лестница идет. Цивильная прям.
Народу много. А, водопад. Водопад, шум. Народу, конечно, много. Кисли недалеко от первого водопада. Мы увидели целую полянку каменных столбиков. Дорога, в принципе, натоптанная, пешеходная тропинка. В меру такой наклон. Ходить можно. До следующего водопада 560 метров. На пути построен вот такой вот красивый мостик. Прям культурно, я бы сказал. Подходим ко второму водопаду. Название у него каскадный. Сейчас будем посмотреть его. Это скручивало, да? Ну да. Горы росли и вот так вот. По подвижке земной коры. Прям бомба. И арками, и в обратную, и в прямую. По-разному. Прикольно. Водопады каскадные. Ну, скажем так, горочка увеличивает свою крутизну. Вообще. Каждые 10 метров. Третий водопад через 120 метров, как обещано. Как обещано. Идем дальше. А вот и третий водопад. Называется сердце Рифабды. Скала прям. Честно говоря, подустал. Ну что, еще 4 штуки. Вперед. И по пути такой грот из камней. В
факту мы уже подошли к следующему водопаду. Следующий водопад называется Девичья коса. Пока все. Народу тоже очень много. Так, ну дальше мы не пойдем, ибо там очень такая крутая тропинка, и с детьми мы туда, боюсь, не заберемся. Вот такой вот объем довольно крутой. Тут еще есть одно такое местечко. Пока шли сюда, я его не заснял. Такой вот подъемчик по тросику, по камушкам. Можно сказать, экстремальненько. Скалолазы. Посмотрим, что в округе. О, водопад. Конечная точка нашей сегодняшней поездки – это мост каменный в Канице Даховская. Собственно, день прошел насыщенно. Попытались ездить на водопады «Три брата», но не проехали. Либо были на легковушках, но в принципе мы были почти у финиша, но 14-е колеса не решают. Собственно, на этом мы заканчиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока. Старинный мост. Ему уже очень много лет. Вот, судя по вот этой плите, он 1906 года. Еще смотрите, как сохранился. Это уже свежая новостройка.